Правительство области подвели итоги прошедшего купального сезона и обсудили меры безопасности в зимний период. Несколько лет подряд количество несчастных случаев сокращалось, но с мая по сентябрь 2020 года в регионе на воде погибли 75 человек, из них 14 детей. Основная причина – купание в необорудованных местах. Поэтому на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор обратил особое внимание на обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Успешная практика использования фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах позволяет применить этот опыт для недопущения выезда машин на лед. Понятно, что полностью перекрыть выход рыбаков и выезд на автотранспорте на лед по всем водоемам региона невозможно. У нас просто не хватит сил для того, чтобы выставить кордоны по всему берегу, например, водохранилища или озера Чены. Но проблемные места в каждом муниципалитете хорошо известны. В рыбных местах на крупных водоемах, где в день на лед может выйти от 100 до 900 человек. На крупные водоемы выезжают от 30 до 300 машин. И если в точках, где любителей подлетного лова мало, можно обойтись аншлагами, делать упор на профилактической работе, то в местах массового скопления людей необходимо принимать более решительные меры, перекрывать места выезда, преградами организовывать спасательные посты. Особенно это важно сейчас, во время образования ледостава.